перевернувшейся машине пострадали 5 человек. Серьезная авария произошла на трассе в Чистопольском районе возле села Нарат-Елга. Как установила автоэкспертиза, ДТП случилось из-за повреждения переднего колеса. В результате поломки УАЗ потерял управление и, съехав в кювет, перевернулся. В автомобиле в этот момент находились 7 человек. С различными травмами 5 было решено госпитализировать в Чистопольскую ЦРБ. Авария с участием 2 иномарок произошла сегодня ночью на пересечении улиц Фучика и Ломжинской. Столкнулись Hyundai Solaris и Opel Astra. Из-за кого именно произошла авария, на месте выяснить так и не удалось. Владелец Opel надеется, что запись видеорегистратора поможет ему в суде. На записи видно, как Opel поднимается по улице Ноксинский спуск. Подъезжая к светофору, молодой человек увидел, что начинает моргать зеленый. Останавливаться он не стал. Чтобы успеть проскочить, водитель прибавил газу. Но в итоге, как только оказался на середине перекрестка, получил мощный удар слева. После удара машину развернуло на 180 градусов. Молодой человек говорит, что в иномарке отказали тормоза, поэтому Opel несколько десятков метров проехал задним ходом, пересек встречную полосу и врезался в железобетонный столб. Я, то есть, вот где-то вот до сюда, вот как раз до места ДТП доехал, желтый щегорел. Удар был во время желтого света. А вот Hyundai как он появился? Я даже не пойму. Или с этой стороны, или с этой вообще. Водительскую сторону с той стороны. С той стороны ехал. Водитель Opel говорит, проезжая перекресток, даже не смотрел по сторонам, поэтому не видел, откуда появился Hyundai Solaris. Стоит отметить, что согласно той же записи видеорегистратора, для владельца корейского седана также горел желтый свет. Скорую ни для кого не вызывали? Вызывали. Ну, скорая приехала, уехала. Не осматривали? Нет. Осмотреть осмотрели. Все вроде живы-здоровы. Если инспектор ГАИ признает вину за обоими автомобилистами, которым не нужно было так спешить, то владелец «Опеля» намерен искать правды в суде, ведь оплачивать ремонт своей иномарки за собственный счет желания никакого нет. На улице Закиева «Лада» 10-й модели, двигаясь задним ходом, врезалась в пассажирский автобус. Лишь по счастливой случайности под колеса легковушки не попали пешеходы. Отчего виновник ДТП едва держался на ногах, догадаться несложно. Я трезвый ничего не говорю. Трезвый? Трезвый ничего не говорю. Да? Трезвый. Просто немножко шатается, как будто? Да не потому, что я расстрелял, за то, что стукнул вот все. Задний ход давал, готов, все, и потом раз. Я отъехал, получается, автобус не заметил. После хорошего застолья водитель «Лады» направлялся домой, но показываться перед домашними в таком виде с пустыми руками не стал, поэтому сначала решил заехать в цветочный магазин, чтобы купить для супруги букет. Как только начал отъезжать от остановки, на всем ходу протаранил маршрутный автобус. А у нас исходящих не было пассажиров. Мы просто ждали. Хорошо, что исходящих не было. Они бы попали под машину. А эта машина со скоростью летела. Задним ходом? Да, без фары, без ничего. Никаких прав и документов на машину владельца «Лады» при себе не было. Сказал, что якобы все забыл дома. Как только попал в ДТП, мужчина сразу попытался договориться с шофером маршрутки и решить ситуацию на месте, без вызова инспекторов ГАИ. У него там автобус вообще ничего не видно, да? Да там ничего нет, просто я уж договорился, сделал все. Отдам деньги, все, сейчас мне деньги везут, все. Сколько он захотел денег? Ну это не твои проблемы, получается. Кто договорился, он сделал бы все. Ну немного взял? Нормально? Да немного, нормально, невысоко. Подвести деньги неадекватному автомобилисту никто не успел. Настроение виновнику аварии испортил экипаж ГАИ, который подъехал через несколько минут. Увидев патрульных, мужчина пытался оправдаться, уверяя, что за рулем не сидел, но у него ничего не вышло. Кто за рулем десятки? Не, вы? Не я был. Кто за рулем десятки? Другой человек был. Вы? Вы это сделаете? Нет, ваш патрульный пройдет. Патрульный пройдет. Да, маме своей позвонили. Мама, вот такой случился. Мама говорит, я сейчас подъезжаю. Это мама должна была деньги привезти, да? Он сказал, что сейчас кто-то должен привезти деньги. Нет, чтобы расплатиться. Деньги не надо. И вот она сказала, он сказал, документы не знаю у мамы. Я сказал, документы дай, никуда не уходи, стой здесь. Mm-hmm. Он говорит, мама сейчас принесет документы, у нее не знаю, что у нее. По предварительным данным, мужчина на «Ладе» уже ранее лишался водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом виде и восстановил права меньше года назад. Поэтому теперь ему может светить уголовная статья. Прихвати, мы продолжаем.
Крупный пожар произошел вплотную с территории завода синтетического каучука. Рядом с проходной вспыхнуло здание бывшего профессионального училища. Постройка уже давно пустует. В этот вечер загорелась кровля. Очень быстро пламя охватило огромную площадь и перекинулось на межэтажные перекрытия. Чтобы справиться с огнем, спасателям пришлось изрядно потрудиться. Дознаватели не исключают, что заброшенное строение мог кто-то поджечь. Кто и с какой целью, еще предстоит выяснить полицейским. Пожар на территории промышленной базы произошел вечером на улице Складской. Вспыхнул пассажирский вагон, списанный для утилизации. К приезду спасателей МЧС вагон горел по всей площади. Пожарные в первую очередь начали оттаскивать в сторону кислородные баллоны, которые находились в опасной близости от огня. Взрывов удалось избежать. Не исключено, что возгорание произошло из-за несоблюдения техники безопасности во время проведения газосварочных работ. Никто не пострадал. Перекресток улиц Чистопольской и Бичурина сегодня утром не смогли поделить две иномарки. Как рассказали очевидцы, «Шевроле Ланос» не уступил дорогу «Хёндэ Солярис». Удар оказался сильным настолько, что одному из участников ДТП понадобилась медицинская помощь. Стресс, шок, истерика. Руководствуясь правилами дорожного движения, «Шевроле Ланос» должен был уступить дорогу встречному транспорту. По словам очевидцев, в момент, когда все произошло, на перекрестке горел зеленый сигнал светофора. Я его увидела, я остановила, притормозила. Он притормозил чуть-чуть, но я думаю, что сейчас поеду. Поехала дальше, он как газанул и передо мной. Как рассказали участники аварии, «Хёндэ» ехал по Чистопольской в сторону улицы Фатыха Амирхана. В этот момент на перерез «Солярису» выехал «Шевроле». Автоледи на корейской иномарке попыталась уйти от столкновения, однако сразу остановиться не смогла. Несмотря на силу удара, потерпевшие отделались шоком и легкими ушибами. Вы что, виноват в аварии? Так получается. Полиция решит. Водитель «Шевроле» отпираться не стал и сразу же признал свою вину. Однако владельцу «Хёндэ» это не сильно успокаивает, ведь даже первичного осмотра достаточно, чтобы понять, что на восстановление машины потребуется очень много времени. Как удалось выяснить, за рулем «Шевроле» находился гость столицы. В Казань он приехал из соседней республики на несколько дней. Однако, по признанию самого мужчины, единственное, о чем он может сейчас думать, это не о достопримечательностях города, а о восстановлении своей машины.